Приветствую тебя на канале Портативная консоль. Новый порт для PS Vita. Dead Space на PS Vita. Дождались. Верили, надеялись. Кто-то уже и верить перестал. А порт все же вышел. Как по мне, так порт получился более чем удачным. Вообще, за эти несколько дней, как игруха вышла, многие люди поснимали, как установить этот порт на вашу консоль. Поэтому я сегодня о установке говорить не буду. Просто поделюсь своим мнением. В плане графики у меня претензий нет. Да и думаю, у кого они возникнут. Графика супер. Я играю на флатке, OLED-экран, и прям не 10 из 10, а 15 из 10. Что касается управления, в принципе, вопросов нет. Первые 5 минут будет казаться, что правый стик чересчур чувствительный. Но привыкаешь к этому быстро. Ты привыкаешь и втягиваешься в игру, в это мертвое пространство. И складывается ощущение, что игру создавали специально для PS Vita. Размера экрана вполне хватает для комфортной игры. Файлов на русском я не нашел. Если у кого есть, скиньте, пожалуйста, ссылку. В принципе, игра линейная. Даже не зная английского, возможно, то реально будет пройти игру. Хотя я ненавижу, когда что-то не понимаю. Это серьезный проект, за который разработчик хотел собрать $845. Стоит ли проект этих денег? Почти штука баксов. Ответ однозначный. Стоит. Не знаю, собрали ли умельцы всю сумму, но сделанное получилось на славу. Огромная благодарность тем, кто участвовал в переносе этой игры, этой замечательной игры. Как бы кто ни пытался похоронить PlayStation Vita, но мы видим, что Витка жива. И я убежден, что спрос на эту консоль будет только расти. И на этом я сегодня заканчиваю. Благодарю за просмотр, за лайк, за подписку. И удачи тебе!